Что тут, Дим? Пойдем. А ты здесь искал? Где, да, я здесь все искал, здесь убирался. Так. Так. Искал. Можно ступать, да? Можно. Смотрим. Здесь у нас будет все висеть, уже закреплено. Ага, там ламинат, да? Ну да. Там ламинат. Ага, ты его, в смысле, уже положил, там, да? Там я положил, да. А там надо еще по бокам эти, да, речки, да? Да, да, да. Все, отлично. Здесь надо тоже положить. Или я его нет? Хватит. Ай. Пусть голову обратно. Да. Ну, здесь, знаешь, тоже такое место, где можно что-то еще. Под лестницей, да? Угу. Так, Дим, вот эти, пожалуйста, давай туда засунем к стене просто. Это мы перевезли уже. Это я помыла. Она просто такая, такая уже такого цвета грязного. Так. Мне нужно собрать помидоры. Собрать тоже надо, держи. Ага. Так. И у нас кран из лирала не работает. У него нет напора. Нужно, точнее, напор воды хороший, а из него не течет вода. Нужно видео отправить, а мы не можем от него найти шланги. Ну, значит, точно в сарае, потому что больше негде. О, Дим, от унитаза тут тоже надо куда-то деться. На коробку пустая. Ну, куда мы ее выкидываем или берем? Я еще хочу, я сюда цветочку кошку сделаю. Так. Вопрос, почему у нас так много всяких коробок? Давай что-нибудь... Эти коробки мне нужны, чтобы фартук, когда я буду класть фартук, это будет в ближайшее время. Угу. Я буду делать это. Коробка, кстати, хорошая, лучше. Ну, ее в сарай хотя бы отвезти же, отнести. В сарай под коробок нет места. Очень красиво, мне кажется. И это тоже красиво. Я взяла два комплекта не для одних этих штор, а потому что у нас все же много окон. Еще что-нибудь купим. И другим комплектом заделаем, да? Ну, это металл. А это на магните текстиль. Тоже красиво. Какой лучше, я не знаю, какой оставить сейчас. Мне оба нравятся. Их, наверное, еще чтобы поплотнее заделать, можно перекрутить. Сейчас я попробую. Ну, смотрите, с этим удобнее производить всякие манипуляции. Я вот ее перекрутил, могу повыше, могу вот так вот занавески расправить. Ну, что-то еще можно придумать, если постараться, да? А здесь я вот перекрутила. И затяжка. А, ее плохо видно. Но, тем не менее, все равно здесь не вот это вот цепляет, а там вот здесь вот защелка. То есть понятно, что это симпатично выглядит очень, да? Необычно, мне кажется. Я читала отзывы. На Вальберис я заказала и это, и то. Это 400 рублей комплект. Это 200 с чем-то. Не знаю, я, пожалуй, оставлю пока вот это. Мне почему-то больше нравится. Дима еще не видел. Сейчас я его спрошу. Так, вот эта вот калошница из Икеи. Вот это тоже из Икеи. Они не так себе там подранные что-то кошками. Ну, пусть. Это доска, на которой крепятся всякие записочки. Так. Так, мама звонила, я прервалась. Так, что у нас тут? У нас тут керамогранит. Тогда он отошел почему-то. Сейчас уже хорошо пристал к полу, так как другой был плиточный клей. Кстати, просроченный. Диме брат отдал, и в итоге все хорошо. Ну, он там просроченный, его нельзя использовать-то, но не намного, в общем, нормальный. Это же не молоко. Так, то есть хороший клей. С хорошего он отошел, а с просроченного намертво лег. Унитаз Дима поставил. Я очень рада, потому что он мне нравится. Наконец-то такой вот, без всяких там углублений. Вообще супер. Он его еще не закрепил, но вот-вот уже все. Вот эти все манипуляции он продолжает делать. То есть у нас будет ванная, и как всегда, вот здесь вот будет такая полочка. У нас там было уже, я это обожаю. Сейчас мы с Димой делали сюда зеркало. Идеально тоже. Увеличило сразу помещение в два раза для меня. То есть такой лайфхак людям, которые, у которых маленькие какие-то санузлы или еще что-то. Обязательно используйте побольше зеркал. Все. И все, и оно становится больше. То есть у нас здесь огромное зеркало будет здесь, так как здесь умывальник, будет зеркало. Вот. Здесь не будет зеркала. Плитку. Плитку еще две пачки надо, чтобы здесь вот закрыть. Дима говорит, предлагает потолок натянуть, но мне сюда не хочется потолок, мне хочется, чтобы все было вот в этой вот плитке. Белой, 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 белой плитке. Так, далее. Далее. Вот, из-под этого унитаза все. Он еще все сюда положил. Дальше. Смотрим, что у нас тут. Разобрали из квартиры комод икейский, если кто знает такой, да. Ну, это из той же серии копии, что этот шкаф и так далее. Еще полно всего такого у нас. А, вот эти висят, как их называют, полочки-то.
Дим, не пойму, а как называются штучки, в которых у нас посуда? Полки или что? Которые висят? Да. Ящики, шкафчики. Шкафчики, наверное, точно. Вот. Свой я еще оставила дома. В них еще мы не разбирались, просто Дима пришел, поставил, закрепить нужно еще и все. Филиппу еще курточки привезли, сюда повесила, коробочки. Заказала еще коробки. Заказала коробки под нижнее белье. Так, знаете, чтобы сюда вещь, сюда вещь, сюда вещь, сюда вещь. Под носочки тоже удобно сюда, 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 сюда. И заказала большие такие боксы, но они мягкие, под, например, под постельное белье. Они очень большого размера. Туда положишь, закрываешь на молнию. И все. И вот так вот все стоит и не пачкается. Так, что еще? Что еще? Пока что так. Здесь все хорошо. Нужно только занавесочку. Все, здесь еще все сделаем получше. Так, вроде бы все. Так, ага. Далее. Далее. Идем вниз. Ну, это я привезла из дома, тоже потихонечку привозим. Сюда нужно тоже мне занавесочки повесить. Вот. Не могу найти карниз. Вот 1,40 м в длину мне нужен. Может быть, 1,50 м. А занавески 2,50 м в длину. Такие же, как в комнате. Вот здесь вот висят. Так. Ну, вот одежду привезли. Столик вот этот маленький привезли. Вот эти я имела в виду из той же серии киевские. Так. Одежду эту, она пойдет нам под лестницу вон туда. А занавесочки я просто попробовать, как лучше. Так. Или маленечко. Или построже оставить. Ну, в общем, все разберемся. Да, главное, что держит, и все. Там на потолке еще сделать. Все, это Дима не выкинул кошачий. А домик у него, сказал, отремонтировать и сделать новый. Это я нашла деньги где-то. Это мой сад еще. Вот. Ну, это коробки для перевозки, а это все выкинем. Так, и пойду. Так, это маме отвезем Димины бабушки на прищепки, потому что я свои дома сейчас нашла. Так, здесь все у нас нормально. Развешу потом сюда. Так, Дима, тут лампочку, ее надо будет выключить, пускай пока висит. Так, и собрать, давайте помидоры соберем. Посмотрите, вон много. Маме отвезем. И чуть-чуть себе, хотя у нас есть. А, ты чего несешь? От тех нет. Она очень большая. Что-то какая-то расцветка не очень. Это мама моей. Что я могу сказать? Опять 25. Тьма огурцов. Тьма. Тьма. Да, вы не представляете. Я уже даже не все могу срывать, потому что вот так вот выборочно, потому что их так много. Вот журавленок мой висит любимый. Его прям так могу есть. Обожаю. Угу. Кайф. Перчик сорвала, баклажаны большие, томаты еще здесь. Все еще цветет и пахнет. Хотя я думала, что уже как бы все. Ну, отлично, что я могу сказать. Отлично. Арбузы большие. Thank you.
поднять невозможно, говорю. Вот смотри, я еле-еле несу. А это упал ежевик, ну что? Я знаю.